Подписание договора о сотрудничестве с Астраханским государственным университетом прошло сегодня, 29 марта, в стенах старейшего университета Луганской Народной Республики, Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Так, уважаемые коллеги, начинается подписание договора соглашения между двумя вузами. Ну, я думаю, приступим, и тогда в комментарии мы об этом расскажем. Я передам. Пожалуйста. Виктор Петрович, благословите нас. Сегодня вот такой действительно момент, очень важный. Уважаемые друзья, коллеги, он более важен для меня, потому что являюсь членом попечительского совета Астраханского государственного университета. Это один из лучших наших университетов не только Юга России, но и всей России. И возглавляет мой друг и товарищ ректор Маркелов Константин Алексеевич. И благодаря тому, что у нас с ним очень добрые, хорошие отношения, я его пригласил на территорию Луганской Народной Республики для того, чтобы здесь он встретился с нашими ректорами, рассказал о системе высшего образования в России и, самое главное, предложил те методики, те формы работы и со студентами, и на международном уровне, которые сегодня существуют. А учитывая, что государственный университет имени Даля Луганский для меня тоже родной, Виктор Дронович является не только ректором, но и координатором партии «Единая Россия», Всероссийской партийской, и мы вместе с ним здесь ее создаем. Я являюсь почетным профессором данного университета, поэтому как раз вот я являюсь связующим звеном для того, чтобы здесь два университета смогли создать на территории Луганской Народной Республики ту новую модель образовательную для наших студентов, обмен студентов, особенно те, которые придут сегодня учиться с освобожденных территорий. А учитывая огромный опыт Астраханского госуниверситета, связанный с социализацией студентов из других стран и республик, я думаю, что как раз этот симбиоз даст возможность и создавать новые лаборатории, и новые рабочие места, и студенты будут получать те профессии, которые востребованы сегодня будут и в Луганской Народной Республике, ну и на территории всей России. Поэтому сегодня мы с вами присутствуем при очень важном торжественном деянии, которое даст особый эффект, результат высшей школе Луганской Народной Республики. Всем спасибо. 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 Давайте, уважаемые коллеги, действительно сегодня знаменательный такой момент. Мы подписали договор о сотрудничестве с Астраханским государственным университетом. Для нас это честь, одним из лучших университетов в России. Ну и, безусловно, мы уже обменялись моментами и действительно нашли точки соприкосновения. И, я бы сказал, уже начинающая дружба нам даст всем вот большой такой сдвиг в сотрудничестве и взаимопонимании. И действительно, вот мы поймем друг друга тогда, когда плотнее начнут работать наши факультеты, кафедры. Для этого мы вот сегодня собрались и подписали этот договор. Спасибо. Спасибо.
Для меня очень важно, что вот такой крупный университет, Луганский, стал партнером Астраханского государственного университета. Мы уже вот с Виктором Дроновичем обговорили ряд проектов и программ подготовки инженерных кадров. То, что мы вчера вместе с Виктором Петровичем обсуждали с руководством Луганской Народной Республики, что для восстановления экономики нужны профессиональные кадры. И мы вместе готовы обеспечить их подготовку по всем направлениям. И сегодняшнее соглашение дает нам такую хорошую, широкую дорогу для совместной работы. Я думаю, что это вот очень важное решение сегодня. Я отдельно хотел спасибо сказать Виктору Петровичу Водолазскому, потому что под эгидой сегодня Комитета Государственной Думы по делам СНГ работать с соотечественниками за рубежом, я думаю, в ближайшее время это уже не будет за рубежом, и это будет действительно российский такой объединенный проект по подготовке кадров для Луганской Народной Республики. Мы готовы этим заниматься, и искренне от души с удовольствием я подписал сегодня это соглашение. Спасибо. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу.